Стою и не устану удивляться красоте и талантам наших милых дам. Дамы весенним действительно хоть куда. Жаль только, что далеко не всегда мужчины могут их понять, а значит и принять. Хочу процитировать цитату одного из философов. Чтобы понять женщин, надо стать женщиной. А если ею стать невозможно, то остается только принять женщин такими, какими они есть. Это наше пожелание вам, дорогие мужчины. А на сцене солистка народного вокального ансамбля «Разгуляй» Маргарита Дебус. Встречайте!